Сегодня утром она не захотела со мной говорить, представляешь? Что мне сейчас делать, вернуться туда или не стоит? Я одного не понимаю. Когда вы виделись в последний раз? Вчера в кафе у вокзала. Пошли со мной, покажешь, где это. Нет, нет, нет. Ты что, не можешь провести с ним вечер? Один вечер для тебя это слишком много? У меня слишком сложная жизнь. В ней ни для кого нет места. Когда дверь вот-вот захлопнется перед носом, что ты сделаешь? Подставлю ногу, естественно. Еще сильнее буду бить, мне плевать! Отстань от меня! Задержи ее, черт побери, задержи ее! Климан! Климан! Когда именно ты видел ее в последний раз? Не помню. Перед тем, как сесть в такси, она захотела зайти в церковь. Так, где служитель? Не ори. Погоди, кажется, вспомнил. Что? Я вот что подумал. Что? А не у меня ли она переночевала? Получше. Никого получше не нашлось. Лучше считай, что мы больше не друзья. И все. Она обращается со мной как с пустым местом, ты понимаешь? Ты мне потом еще спасибо скажешь. Она очень опасная.